Корзинку цветы, пакеты для посуды. Значит, если чая нет, я так понимаю, его, наверное, не будет уже. Значит, если чая нет, то они прям так, дракон говорит, читает стихи, а дети раздают. Воду предлагают. Так, воду предлагают. Где Марина Федоровна? Она здесь. Марина, все, здесь. Пакельщики, надевайте. Пакел вперед. Значит, Марина Федоровна. Пакельщик второй. Все, подарки на вас. Ой, может, не надо факела. А очки можно Отдай мой, моей.
понял. Почему камера не там, а здесь? Что? Нет, не Не штрихи. Люди, во, здесь чуть-чуть. Отойди. Я нарисую. Не создавайте, пожалуйста. Точка. Что, треснуть по нему? Можно, ну, а можно рядом где-то, чтобы да звук остался. Что-то тарелка звонилась. Можно еще раз? Все, прям тогда вот сюда смотрите и... На, Жень, забери. Ты как готов, скажи? Да, я уже готов. Значит, Борис Григорьевич, как вы считаете, вот осуществилась, будем говорить, ваша мечта вот для данной конкретной территории, вот как хозяин территории, можете сказать? Да, я могу сказать, что осуществилась, потому что действительно здесь очень прекрасное место. Здесь как бы как заповедник такой, здесь рядом лесопарк, у нас был большой стадион. Его сейчас очень здорово переоборудовали, сделали для площадки для игры в баскетбол, в мини-футбол, в волейбол, сделали площадки для городков, сделали много скамеечек, лав, беседок для жителей, для отдыха. Очень здорово, это большая проведена работа. И, ну, единственное, что я бы хотел, это, конечно, сказать большое спасибо и организаторам, управе района Ясенево, которые, значит, это много сюда средств вложили и желание, с душой все это делалось. А к жителям у меня обращение такое, чтобы все это постараться, чем дольше это все сберечь. Потому что это делалось для жителей, для детей, для ребят, для подростков. И очень бы хотелось, чтобы вот эта вся красота, вот этот труд как можно дольше здесь сохранилось все. И можно будет здесь красиво отдыхать, даже жить, жителям обращаюсь не только, чтобы что-то сохранить, может, есть у кого какая идея, что-то бы помогли сделать, что-то добавить вот в этот комплекс. Мы с удовольствием их ждем, им поможем, будем в этом участвовать. Борис Григорьевич, а кто принимал непосредственное участие в разработке данного конкретного проекта? Кто создавал его? Осуществлял? Это управа района Ясенево. Это через управу района Ясенево утверждался проект. Вот глава управы Юрий Вадимович Никитенко, он за этим следил. И проект занял, сам проект занял первое место по городу. Теперь будем смотреть, как мы по этому проекту сработали. Спасибо большое. Пожалуйста. Дворик замечательный. Он преобразился полностью. Я живу здесь, в первом подъезде. Желательно, чтобы такая красота осталась надолго. Потому что замечательные. Мы каждый день выходим и смотрим, как все преображается. Очень красиво. Спасибо большое за все. Вы не хотите не сказать несколько слов? Ну, я живу в следующем. У нас тоже стало лучше, но почему-то не доделали все. Понимаете, потому что порисовали все это, ну и бросили все и оставили. Но у нас тоже был в прошлом году замечательный дворик был. Тоже приезжало телевидение, все. Так что ну, очень. Будем надеяться, что все будет хорошо, да. Спасибо большое. Спасибо. Поближе, глава.
На нашей земле. Сейчас, вот где наши мужчины? Мужчины, мы вас потеряли. Подтягивайтесь к нам. Елена Борисовна, добрый день, дорогие мужчины. Администрация района была принято решение пригласить меня, мудрого китайского дракона, символ величия и возрождения в качестве консультанта для обустройства ясеного китайского дворика. С результатами нашего совместного творчества я хотел бы вас сегодня познакомить. Итак, с вашего разрешения я начинаю. Проходите, пожалуйста. Именно здесь, уважаемые гости, начинаются мои владения. Приветствует мудрая черепаха. Она олицетворяет собой зеленый соколение. А помимо прочего, вот и решается. Да, А это как бы наш стенд, то, что было и то, что стало. Проходим дальше. Что-то как-то очень много. Спешите, у нас все Дорогие гости, естественно, не случайно, что на Ясенском дворике был возведен фрагмент моей горячо любимой великой китайской стены. Я лично помню, как она возводилась 3000 лет тому назад. Приглашаю вас прикоснуться к святая святым Китая. Подняться на стену. Приглашаем вас подняться на трибуну. На руки? Не руки. Можно с той стороны тоже, там как бы с двух сторон заход. Друзья мои, здоровья нации! Поэтому здесь, одним из самых спортивных районов Москвы, нам удалось воплотить идею создания уникального стадиона, на котором одновременно можно играть и в футбол, и в баскетбол. Итак, я предоставляю слово нашим спортсменам.
Thank you.
Она где-то вот что-то прям со мной рядышком. Это проблема. Как будто мертвый сразу. Медичка, чем отличается китайский чай? Чего там у него? Расскажите. Чем отличается? От японского напитка, ну, китайский чай, традиционный. Чем? Ну, если вы так вопрос ставите, то насколько Китай отличается от Японии, то насколько чай отличается. Очень многим. Зеленый, значит, Китай, он первый был чай. Все, есть чай с Китая. А, да нет. Идите сюда. Выходите в комнату, нет слова. Хотите вас двоих фотографировать? А, это мужчина. На тебя одет, снимай, только мужчина. Снимай, это мужчина. Давайте, девочки, иди сюда. Смотрите. Еще Кристина, стойте, пока никто не идет. Саша, еще подойди. Все, теперь еще раз говоришь. Олицетворяющее, животворящее начало Ян. Подождите, сейчас дракон расскажет. Дорогие гости, перед вами дерево счастья. Если взять китайскую фигурку и повесить на это дерево, то сбудется любое ваше желание. Ну, можно ждать спокойно окончания конкурса «Московский дворик». Пекарский огород, который я охраняю с особой любовью. Здесь даже есть изображение дракона. Да. Желающие могут поближе рассмотреть и вдохнуть аромат лекарственных растений.
живут. И мы... Каждый склон, каждая клумба находится здесь под моим покровительством. Дорогие друзья, я познакомил вас с основными достопримечательностями нашего китайского дворика. Но мне еще хотелось бы обратить ваше внимание на один любопытный его уголок. Оформление этого уголка выполнено в милом моему сердцу стиле. Победителями ежегодного конкурса граффити среди молодежи района. Видите, как мы обыграли? Его чуть-чуть замечание. Стандартный. Вот, где график по китайски? Чуть подняли. График по-русски. Хоть увидел в ТДСУ свое любимое. Любимые подруги черепахи. Очень рад был видеть вас у себя в гостях. До новых встреч! Инициатором которого был мэр города Москвы Юрий Михайлович Лужков. Данная, значит, программа, значит,
проходит под пристальным контролем объединения административно-технической инспекции. Комиссию много лет уже возглавляет городскую конкурсную начальник объединения Иван Сергеевич Ищенко. В данном случае я представляю рабочую группу по осмотру конкурсных объектов, которые победили в округах. Сейчас у нас проходит третий этап конкурса. Сегодня мы побывали уже в шестом округе, то есть осталось еще четыре округа. Все округа, которые выставляют на конкурс городской финальные свои объекты, они, конечно, значит, готовят заранее. В течение длительного времени, с начала года, работают городские конкурсные комиссии, работают районные комиссии, работают окружные конкурсные комиссии. И, конечно, вот итог этих, то, что, значит, вот за эти полгода удалось сделать, мы сегодня и видели в юго-западе. Значит, тоже могу сказать, что все представленные объекты достойные, вот, все соответствуют высокому уровню городского конкурса, все они конкурентные. И, конечно же, я понимаю вашу заинтересованность в оценках нашей рабочей группы. Я думаю, что, безусловно, многие симпатии на стороне объекта, на котором мы сейчас находимся, это китайский дворик на улице Инессы Арманд, который, конечно, нас поразил подходом, новыми формами, новыми элементами благоустройства. Мы видели, что эти все элементы и спортивные, значит, площадки пользуются большим спросом как среди молодежи, так и людей среднего пожилого возраста. Вот, прекрасное, значит, оформление цветовое, вот, вертикальное, безусловно, оформление. И могу сказать, что вот на протяжении нескольких лет уже район Ясенево выставляет такие тематически подготовленные объекты, которые учат и истории национальные, значит, и истории восточной культуры. Понятно. Поэтому, конечно, значит, здесь приятно не только отдохнуть, но и чему-то поучиться. Вот. Естественно, это учит и бережному отношению к тому, что сделано. И, безусловно, значит, нам понравились объекты, которые выполнены с активным участием жителей. Мы посмотрели сейчас тоже прекрасный дворик, который оформлен как частично в русском стиле, так частично в стиле японской восточной культуры. Вот. Безусловно, нас не оставило равнодушным то, что, значит, сделанные с душой и очень качественно объекты предыдущих лет, значит, сохраняются, и они пользуются большим, значит, интересом и активно используются, опять-таки хочу сказать, значит, разного рода спортивные объекты, как баскетбольные площадки, так и футбольные. Много появилось в округе теннисных кортов, столы для настольного тенниса активно используются. Конечно, это здоровье молодого поколения, но мы видим, что, значит, здесь активно работают и домкомы, старшие по домам. Поэтому, конечно, инициатива жителей, которая поддерживается районными и местными властями, в том числе на уровне префектуры, безусловно, дает свои плоды. Поэтому я желаю всем вашим объектам достойно выступить и завоевать призовые места. Хотя, конечно, я хочу сказать, что будет тяжело, но тем интереснее это вот борьба конкурсная, поскольку, значит, каждый год, значит, выявляют какие-то новые формы благоустройства, какие-то новые направления в оформлении нашего города, столицы, который мы так очень любим. Спасибо. Поэтому вам успехов больших желаю. Спасибо. А вот, ну вот, извини, спасибо большое. Может, Заницына как раз это скажете. Ну ладно, там, не, уже, не, там уже ждут две уже секунды, люди. Две секунды, люди это ждут. Для района как раз, понимаете, это важный очень момент. Итоги конкурса будут подводиться на социально значимом объекте в Южном округе, в Царицыно. Как всегда, это делается в преддверии городского праздника, праздника нашего любимого города Москвы. Поэтому осталось ждать немного.
Танец с саблями. Подходите, подходите. Да, сейчас. Да,
также железный. Марина там? А? Марина видел? Много спросил? Час. Да. А почему деньги не китайские? Это где? Вон лежат. Слушай, это нам нужно будет, знаешь, для фильма. А я сняла. А-а-а. Ау! Да, найдем. Иногда машины там под обстрелом близко не подходили, а на броне танка, если танк с подбитой башней, то просто они как тягачи нас и увозили раненых, служили как тягачи. Я вижу, у вас на груди много наград. Какая для вас самая дорогая? И если можно... Ну, они были все дорогие для меня. Все были дорогие. Первую я получила медаль за боевые заслуги. Это в госпитале. Какая, покажите. Вот эта медаль за боевые заслуги. Это в госпитале я была старшей операционной сестрой. Ну, сумела организовать работу так, что у нас бесперебойно был стерильный материал, обеспечивала бесперебойная работа. Бесперебойная работа в хирургическом отделении, переливанию крови всех обучила. У нас все владели переливанием крови, потому что ранее нам там нужна была кровь. Крови было достаточно, нам ее доставляли, и нам, мы были обеспечены этой кровью. И за организацию работы хирургического блока мне вот вручили эту медаль. Орден Отечественной... Нет, Красной Звезды вначале. Красной Звезды. Это мне дали этот орден. Первые бои были в Прибалтике под Эргли, Мадона, Цесисский район.